Запись. А не выкладывай в соцсетях, что из людей слезу давить. Начинается фильм с записи предсмертной речи Тони Старка. Прикол в том, что в этом фильме он это делает целых два раза. Видимо, записывать предсмертную речь у Тони типа своеобразного хобби. Космос. Последний рубеж. Это путешествие корабля Enterprise. 5 лет исследований неизвестных новых миров. Поиска новой жизни и новых цивилизаций. Поход туда, куда не ступала нога человека. Star Trek.